Главный информационный скандал недели. Возможная ликвидация газеты «Омская правда» получила развитие. Чиновники областного правительства постарались развеять слухи. Скандал разразился после публикации рабочих документов о модернизации областных СМИ. Один из пунктов в нем – ликвидация старейшего издания. В марте следующего года газета «Омская правда» должна отметить столетний юбилей. Получается, праздник станет последним. Станислав Сумароков, начальник управления информационной политики при правительстве Омской области и автор концепции реформирования, на срочно собранном брифинге очень долго говорил о необходимости оптимизации отрасли, ну и пообещал приложить все усилия, чтобы сохранить газету.